Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня мне пришла посылка, и я хочу вам ее показать. Ну, все, наверное, знаете, что я делаю торты. И вот вышла я на такую фирму, которая делает такие книжки. Вот такие, видите, мой логотип. Такая небольшая книжка у меня 15 на 15. Мы встречаемся с людьми. Мне бы хотелось, я вот часто общаюсь с людьми, и мне бы хотелось показывать им свои тортики, особенно кто первый раз со мной встречается. И вот, видите, я подобрала фотографии. И у меня теперь в сумке всегда находится эта книжка. Конечно, можно показывать там с телефонов, понятно, можно еще там что-то какое-то, визитки, это понятно, но люди хотят смотреть. И потом всегда очень, так вот, я думаю, что когда они будут держать такую книжечку с вашими фотографиями великолепных ваших тортов, капкейков, может еще каких-то десертов, мне кажется, это очень-очень интересно. Вот. Ну, естественно, это вот для меня я такое выбрала, да, такие фотографии. А вообще, мне кажется, что такие книжки очень хорошо для подарков. Можно подарить, например, такую книжку, собрать фотографии на один годик ребенку, да. Например, начиная с фотографии, как он родился, и заканчивая там, когда ему исполнился один год, и подарить такую книжку. Или на какое-то событие семейное. Или поездка какая-то у вас интересная была. Здесь можно все написать, подписывать. Там очень удобно все это сделала. Причем подбираете вы все сами. Очень интересно. И занимательно для меня было самой подбирать, какие там с чем будут сочетаться. Посылка пришла очень быстро. Коробочки в такой, такая открыточка, кому-то подарить, презентик вот такой был, положен, небольшой. В общем, я довольна всем осталась. Приятная книжка, если кому-то надо, проходите по ссылке, смотрите, изучайте, и кому надо, заказывайте. Я своим заказом осталась очень и очень довольна.